Вот так пойдет. Вестник, да? Да, парадокс. Вот. Почему народ не ставит, значит, большую сферу? То есть это защищает от бомб бомбардировщиков. И что вот самое полезное я вот для себя открыл, это его ульта. Реально, народ, почему никто не ультует? Когда я хотел, короче, подсмотрел на Википедии, не на Википедии, а на... Ходил в регионе, увидел, там народ общался по голосовой связи, типа, вот теперь у меня замораживающая сила там 100-275% на миссумов. Думаю, блин, реально, все равно сфера стоит, а лучше тогда ману на баф тратить. Ага, сделал я, короче, себе эту силу. Минимум энергоэффективности, купол обычного размера, пошел. Мисса оказалась слабой. Баф вообще не помогал. В итоге мы там тупо от бомб ложились, потому что их никто не... бомбардировщиков никто не убивал. А когда у меня был большая сфера, во-первых, от бомб защищает, во-вторых, самое главное — это ульт. Реально, когда народ окружает тебя, можно ультануть, и тем самым на сколько? 8 секунд их застанить, мобов. То есть реально ультанул, все, мобы стоят, расстреливаю их. И что еще? Снижение брони на 40%. Почему этим никто не пользуется? Я не понимаю. У меня рамка уехала. Боже, это я все от эмоций. Прям вот так вот я переживаю за Фроста, что его недооценивают. Да блин, я знаю, что скайп. У меня не разворачивается. Что хуже сделал? Я хуже сделал, да? А что именно? Не пугайте. Наверное, спишем на задержку. Короче, я все поправил в рамках нормы. Я просто когда перетаскивал ник, случайно задел рамку и уменьшил, не заметил. Ну ладно, бывает. На чем я остановился? Короче, народ, делайте максимальную радиус, энергоэффективность, ну что не обязательно. Ну и продолжительность. У меня не получилось довести ее до 100, то есть у меня получается баф меньше 8 секунд. Ну блин, это реально полезно, это ульта. Ладно, я затянул рассуждения свои, так сказать, высказался. Развернул окно с рогашами. И сейчас мы узнаем следующего победителя, то бишь третье место, то бишь 200 платин. Ссылка на конкурс, она? Да, нет. Почему-то не отобразилась. Во, все правильно. И третье место у нас... Почему он имя не пишет? В общем, чувак в противогазе. Сейчас найдем. Ну, зато время потянем. Прикольная аватарка. Я такую ни за что не пропущу. Потому как... Чем это полезно? Тем, что... Одним из условий было... Что? Правильно. Написать свой ник в комментах. Если он его не написал... Денис... Кальметьев. Ты где? А, вот ты, я тебя пропустил. Снорк XXX. Господи, что у вас за ники все. В том плане, что... Парадоксы вокруг ника. Были палочки у тебя, XXX. Зато мой внутренний перфекционист ликует. Да, третье место — Денис Кальметьев. Отлично. Сейчас пишем. Вот сюда. Эй,
Сюда. Во. Третье место. Он не пишет. Да блинчики. Почему все так криво, когда надо? Реально, до этого все было нормально, все работало. Сейчас не может написать, что третье место занял вот этот замечательный человек. Во. Во. Он, разумеется, меньше поразумел. На самом деле я готовился, реально. Вы не подумайте, что я там вот. Дилетант. Ну как дилетант? Дилетант. Ладно. Короче, я готовился, но все пошло не по плану. Я не знал. Третье место мы определили. Ладно. Вернемся к нашим баранам. О, Warframe, точнее. Что еще хотел? А, вот если тут кто-нибудь мне объяснит, в чем прикол Квинекса. Так, сейчас. Надо. Кашляться. Ну вот. Я его реально не понял. Вот уже, вот предыдущий Warframe какой был? Хром, да? Что у Хрома, что у Equinix разработчики шли по пути выбора способностей. То есть у Хрома, в нем, так сказать, скрыты две способности, зависящие от... Не, не две. Несколько. Зависящие от цвета энергии. То есть либо там броня, да, либо урон, либо просто электричеством какой-то способности, либо холодом. Я все к тому, что вместо качества способности разборчики беру количеством. Почему нельзя придумать нормальные способности или придумать их так, чтобы они были более юзабельны, что ли? Ну вот, например, какая у меня способность бом-бом. Ульта у него полезная дневная. Потому что она дамажит. И бесполезная ночная. Потому что это все очень криво. Не знаю, это как-то неудобно. Не в том плане, что это все совсем плохо, что ли, а в том плане, что для того, чтобы вылечить, есть Тринити. А он... Я ожидал от этой способности реально. То есть, ты что там, бежишь, да, в ночной форме в ульте, дамажишь, и у тебя накапливается ХП. И вот я смотрел на это адское немеренное количество ХП, которое можно влить в союзников, и не понимал, почему нельзя было придумать, чтобы они в щиты лились? Или они введут аргумент, мод в синдикаты, чтобы в щиты переходило? Ну, не знаю. Мне кажется, из этой способности можно было чуть больше выжить, чем просто набрал ХП и их влил команде. Можно было бы, например, в броню, чтобы они уходили. Или еще что-то. Ну, не знаю. А вот насчет дневной формы ульты мне тоже непонятно. Получается, это такая Сарина, которая... Ну, почему Сарина? Потому что вот я реально бегал, короче, на зачистку зараженных. Те, которые... вспышки заражения. Вот. Сарина у меня нет, поэтому я взял Квинекса. Вот. Меня опять отвлекают, как обычно. Что меня поразило, то что почему они не сделали хоть какой-то процент. Ну, не просто столько урона, сколько ты надамажил, столько выбрасываешь, а почему процента никакого нет? То есть надамажил 100, да, а у тебя накопилось 200. Почему? Опять что ли в аугументы все делается? Ну, это как-то странно. Что еще? У меня все очень криво. Я, по-моему, это неоднократно буду говорить.
Ну блин, серьезно. Цвет. Просто я все это делал на скорую руку. Потому что все пошло не по плану, опять же. Ладно. Я уже 43 минуты не могу объявить второго победителя сие конкурса. Чем я сейчас и займусь. Второе место. 200 платины. У нас получает. Как вы могли догадаться. Ну или не могли. Не, почему могли? Вот этот человек. А, на него можно кликнуть. А, я копировал ID. Вот я тупой. Вот скопируем его. Ой, имя. Да блинчики. Я не могу скопировать имя. Я смог скопировать имя. Ой, я не смог. Что? Да, сейчас найдем в Google. Окей, Google. Найди мне этого человека. Вот он. Феликс 858. Я тебя поздравляю с 200 платины. Можно устроить пати хард на эти 200 платины. Например, если было у Кубру какие-нибудь вкусняшки, можно было дать Кубру вкусняшки. Блин, реально хорошая вещь. Вести, короче, в магазин. Экипировка, Кубру. Не, как таблетки, во. Ставишь, короче, таблетку, вкусняшка так и называется. Кубру подбегает, и у него наращивается баф на... Ну, у него, ну, на выбор, да, там. На щиты, на броню, на здоровье, на урон. Ну, на урон, наверное, тащу бы. Не, на скорость, во. Чтобы он носился вообще как угорелый. Я бы 200 штук сделал, все 200 штук поставил, у меня бы собака Кубру всех убивал. Блин, реально прикольная идея. Может написать разработчикам? Я не знаю. ДНК. Надо его подлечить. На чем я остановился? На Эквинксе. Надеюсь, ему наконец введут аугмент. Правильные аугменты. А так все очень криво и неудобно. Потому что... Я когда за него бегал, например, на выживание, все сваты у меня заняли на улучшение способностей, только один на жизни. Короче, меня там валили сильно. Вот. А, еще вот хотел сказать, что Эквинекса, вот что... Ди-ди-ди-ди-ди. Ночная форма мешает наносить врагам урон. Блин, я, по-моему, где-то такую способность видел. Не в том, что она идентична, а в том, что смысл тот же. Реально. Простите. Вот давайте разберем его, да? У него можно поставить, значит, голубой цвет энергии или какой там. Короче, лед, да? Чтобы он ледяной. А ледяной это, типа, все на защиту. Или на огонь, да, там, на урон. Уровень здоровья возрастает, ба-ба-ба-ба-ба. Смысл на самом деле этих варфреймов, последних, которые они ввели, это либо защита, либо урон. Причем не абсолютная защита и урон, а именно там наращиваемая. Это все к тому, что идеи у разработчиков кончаются. Ну, неинтересны совершенно. Варфреймы. Не в том плане, что... Как сказать? Конечно, в первую очередь они не интересны за них играть, потому что их никуда не берут. Да? А в соло мало кто ходит. Ну, не знаю. Ну, спорно на самом деле. Ну, блин, ну я уже как-то рассуждал, что